Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Нидерланды в Sid Meier's Civilization 6 с режимами варварские кланы, корпорации монополии и случайные дерево технологий социальных политик. Если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии, всегда лучше начинать смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку. Однако, в связи с тем, что YouTube отключил любую монетизацию в России, доход моего канала снизился более чем на 60%, и я прошу вас переходить либо на более высокий уровень спонсорства, либо пересылать мне денежку просто по PayPal, либо криптовалютой. Все ссылки и возможности, опять же, в описании к видео и в прикрепленном комментарии. Приятного вам продолжения просмотра! Или мы хотим полезность? Ладно, давай в июне пока, давай, там посмотрим. Вот так, потом. У меня просто сейчас нет еще момент. Окей. Так, ну что, брать аквакультуру или другого какого еще? Я бы брал аквакультуру на лян здесь. Все-таки. Так, маяк может купить. 240. Я бы здесь. Давайте мы накопим 240. Я бы здесь рабочих делал. Так, давайте, наверное, перебрасываем сюда лучников и этих лучников сюда. Надо зачищать территорию. Я не буду... Ну, просто зачистить от варварцев. Набилось флотоводец. Я союзу. Так, пошли мы тоже в союзы, видимо. Польдеры я еще могу строить наконец-то. Во-первых, вот тут, по-моему, польдер должен стать. Ну, сейчас будем смотреть, конечно. Три. Тут точно встает, тут точно польдер встает. Здесь, по идее. А в одном городе только одна дамба, правильно? Даже если две на реки. Одной реке. На одной реке нет, одна дамба. Вот если три реки, я могу в одном городе две дамбы сделать? Да. Три сделать. Единственное, жалко, что электростанцию потом только на одной. Да, кстати, никогда работа. Не задумывался. Неприятно. Пошли туда. Что, Дим, метеорит нашел? Семь ходов идти. Показываю. Стоп, подожди, так... Мне ж на воде надо ставить песчинку. Ах ты ж, блин. А, короче, я тут перепутал немножко, ребята. Тут надо было промышленную зону, мне кажется, ставить. Тут акведук ставился. Надо было сюда куда-то кампус. Возможно, священку тогда сюда. Тут я все неправильно сделал.
Привет, Андрюс. Да, привет. Мы тут с тобой относительно рядом. Ну, не так много польдеров, на самом деле, у меня тут будет. Так. Наверное, либо пингалу, либо рейну пора брать. Что? Наверное, пингалу в ней миген пока. Кого? Видишь, мы дерево технологии? Да. Да, в этом, где астрология, математика, что за математика? Shipbuilding. Судостроение. Ну да. Это я имел в виду. А я думал, тимбилдинг там. Так, ко мне караваны тоже культурку дают, да? Ну, я, наверное, уже наемников тогда дождусь, чтобы апать в арбалеты. Боже, как же эти слоны кричат. Ты им там хобот теребонькаешь как-то или что? Что ты с ними делаешь? Именно, именно. Они кричат: Илья, прекрати это. Не, им нравится. Я довольна. Ну, Илья, ну хватит, пожалуйста. Не, они просят еще, еще и еще. Черепашек обработать или... Ладно, черепашек. Хотел польдер уже поставить. Нормально, у тебя джунгли там 3-3 стоят. Блин, а не захватит ли мне сейчас... Блин, скаут этого рабочего. Что-то я поспешил вылезти. Донять самурая. Не особо хочется, честно говоря. На самом деле удивлен, как ты построил и Колизей, и Мочу. Я Мочу построил, нахрен знает какой ход. Никто не строил. Да, как бы там. Очень подозрительно как-то. Вьетнам, помоги. Ну, у меня просто как бы, у меня в основных городах там типа 6 клеток в год. Ну, сейчас я... ну давай, я одного слона туда отправлю, он будет ковырять стенку. Она мне, по сути, не нужна, эта моча. Что там слоны бьют? Что ужас? Да не, хотя бы, вон, кампусы забафаны. Кампусы? Она не работает на кампусы. Ну, почему у тебя плюс 4, плюс 2... Подожди, дед, ты решил пилить гала вместе с Вьетнамом? Да, они же давно это решили. Не так давно, просто думал, что Вьетнам... Да нет, давно, где-то уже квадрат 3 прошло, это долго. Ну, не настолько давно. Но 3 года это не давно. Так, ну чё тут? А на чём у меня довольство куда-то девается?
Так много городов поставил. Да вроде уже столько обработано этих ресов. Так, лесопилки пока делаю. Наверное, еще одного, и после этого кампус. Так, а маяк я хотел купить, между прочим. Так, а... С кем Вьетнам? Торгует 140. С галами. С галом. Ну, он уже почти сожрал гал, я так понимаю. Так там еще американец просто... Да нет, ну у него два города осталось, все это потрачено. Там гал, этот Вьетнам уже берет Алезию. Ну как берет? Там стенка как бы построена. А в тех городах у тебя не было стен построено? Было. Это помогло? Ну да. Мне пришлось туда-сюда кликать юнитами, чтобы это бить. Бедняжка, туда-сюда пришлось кликать юнитами. Бедный Илюша. Ну как бы да. Мне кажется, это было как-то пренебрежительно. Да. Да. Так и было, Илюш. Так и было. Эй, лучше скажи, где меркантилизм? Так, наемников. После реформации сверху. Скидка в золоте на улучшение юнитов. Здание строителей оставлю. Давайте вот международные торговые или соседство кампуса поставлю. Так, АПМ в арбалетчика. Я, наверное, уберу тут крабов. Их это можешь построить? А где сейчас стоишь? Так, сколько у них зарядов? 3-4. То есть вот эти клетки он все обработает. Поехали тогда сюда полдер ставить. Ну да, в картографию иду. Четыре человека построили военный лагеря, только один Леша остался без военника. Так я морская держава, мне военник. Ну это правда. И ни одного военника на нашем континенте. Я просто удивлялся, что они там с самого начала всего такая заварушечка. Да, это гал тут нам всем это. Ты поднес сюрприз 23 февраля? Но при этом отечество он не защитил. По факту.
Так, давайте, наверное, рыцаря сделаю. Тем более, там есть ускорялка. Убейте рыцарями кого-нибудь. Вот сейчас латника и завалим. Блин, а где у нас ученичество? Что, даже три рудника еще не построил? Давайте рудники тогда построим. Блин, ну я тогда акведук же не построю. Блин, я докачал разведа до третьего левела, а у него прокачка не на плюс 20. Не туда ткнул. Ну ты право-лево же его вкачал? Ну, не туда. Ну, право-лево. Типа, ну, от... сейчас же нереально докачать разведа до третьего левела. Ну, ты же смог? Ну да, могу. Ну, ты ж не знал, что так получится. Не знал. Да можно было бы и догадаться. Да вообще. Попробуем колосс построить. Так, давайте тут блин, строителя. Прикольно. Сажать леса на... 70-й ход. Самое прикольное, когда у тебя эти леса горят. А вместе с ними и районы. Ой, как-то я так... рыцарем. Знаете, сюда отойду. Слишком много сразу обстрел... О! Вообще забыл про этого скаута. Нет, тут у нас гавань будет. Тут блин, получается, можно. За Вьетнам можно вообще брать понтон на престиж? Ну и типа с расчетом то, что все леса посадишь. Нет смысла, потому что у тебя часто поймы и часто тропики, а это минус престиж. Ты же не будешь вырубать все тропики? Тем более, будешь... ты все рано или поздно эти клетки будешь заставлять районы, так что нет смысла. Лучше просто взять священки на плюс один на тропиков. Я так и сделал. Но это лучшее, что можно сделать на Вьетнаме. Я просто видел, кто-то так делает. Такой, ну, наверное, работает. Ну, наверное, работает. Мне кажется, это не очень работает. Смотри, ну, я... у меня тропиков мало. Вот, типа, сейчас. Ну, престиж, если там леса тропические. А, ну, я тоже говорю престиж. Нет смысла. Да нет смысла, когда там престиж. Тинни, мы уже поняли, что когда престиж, нет смысла. Не, у меня прикольно, у меня промзона, клетка под промзоной, 4 престижа. Самая проблема, тебе нужно застакать от поймы промзону. Да, да, я специальный город подвинул, чтобы клетки промзоны не были, были не под... Маловато этим... городов все-таки, так, ну как маловато, с другой стороны, нормально, 9... Зато ты можешь, да, но там забирают... Это, да, мне, видимо, придется когда-нибудь инка забрать. Я везю, окей, я обстреливаю тебе. Сейчас буду диватор. Подождем, пока он разовьется, но инка надо будет мне забирать, ну, очевидно. Я в век выхожу. Тебе очки эпохи нужны? Да. С другой стороны от меня. Вот это не понабегали, конечно, так. Да, очень удобно. Мне понравился один мув. Ну, в смысле... Это... От... А я так набежал. Да, 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 да. Прям как эти казаки. Срубит все леса. Ты этого хочешь? Ну, если противник срубит все леса, давайте, наверное, то, укреплю. Ну, как бы, как обычно. Не, я ж о другом говорю, о том, что у тебя юнит подбежал, ударил, конечно, отошел. Приятный, но лучше поукреплять. А если вы очень плохо, ну, находитесь, то ты будешь это со своей территории вообще стрелять, ну или по крайней мере стартовать, ход начинаться будет с твоей территории.
Да, блин, не убиваю еще его. Столько торговцев в этой прикол. Войне. Плескается. Моих 9. Я сейчас скажу, сколько у меня. Ну так мои я, все я, туда ходят. Я 6. Да, вот у меня, кстати, я сейчас смотрю, вся территория открыта, ни одной лошади в радиусе 5 клеток от Куска. А Куска не стоит на лошади? Так там 95% что будет. А не 100. Да, 95%. Фига ты везучий. Нет, Фартов из моё второе имя. Батарейку надо. Что-то отваливается не очень. Культурный заключу. А, у нас, блин, военный. Я понял, что надо было культурным искать. Так, Инка, ты что, не вышел в Союзы, да? Спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Да, спасибо. Да, спасибо за игру. Кланди, давай полезный союз. Я бы культурный дал, но культурный нужен Амеру. Нет, ну сейчас мне культурный не нужен. Не нужен? Мы не можем ничего заключить. Не, ну в смысле, я оставлю, я готов тебе культурный оставить. Так, Амер, секунду, внимание. Слева тебе пробивать проход или справа? Вот где ты стоишь? Проход пробивать. Слева есть. Да, вот, вот, спасибо. Пробил проход, хорошо. Прям там. У вас эвфемизмы идут. Вот. Блин, Поленке выкупил гипс, а что ты мне не сказал? А я даже не смотрел. Там прямо от столицы классно идет. Ну ёптвою налево. Брат, я не смотрел. Так, Инка, ты хоть где-нибудь священное место построишь? Жрал, утонет. Инк. Да не утонул бы. Я бы в эти компуктеры прям вот с ноги с левой, с правой. Я не считаю, что туда. Ладно. Какая боль. И Инк. Инк, ты здесь? Я сходил, что такое? Ты где-нибудь священное место построишь? Ну, я думаю об этом, если ты как бы появится понт его строить. Ну, я вон уже веду миссионера, поэтому я думаю, что где-то тебе распространить там, где ты построишь священное место. Потому что я не собираюсь нам как сделка. Бы сильно тебе что-то распространять. Ну, давай тогда, блин, давай в столицу, то она пока еще не очень выросла, там как раз житель будет там построен. Так, что возьмем? Дальше распространяется стоимость миссионеров. Сильнее распространяется. Давайте, наверное, сильнее распространяется. А у тебя есть миссионер свободный еще? Подожди, а мы на ртуть вроде уже торгуем. Так, да, я не хотел говорить, подожди. Ну уже все. Ты принял, так понимаю? Нет? Нет. Отлично. На кофе надо поменяться. Кофе тоже торгую. Значит, нефрит. Тебе бы Вьетнам найти, вот там много всего. Так. Полечусь, потом апнусь, наверное. А, кот, я понял, как ты о чем-то на канате говорил, потому что у тебя клетка хромана, поэтому ее пойма смывает. Я понял. Так. И так. Прикольно, правда? Понравилось? Соглашусь, это очень интересный опыт. Строитель, так, священное место есть на плюс 3, но не на реке, поэтому я не думаю, что его прям имеет смысл ставить. Без правительственной площади до сих пор. О, кстати, а заповедник? Подождите.
Нет, уже, наверное, поздно. Блин, я бы, наверное, еще подождал тогда. Давайте просто... А, блин, вырубать. Я хочу где-то промышленную зону, то есть два хода надо подождать, пока откроется, где мы промышленную зону будем ставить. Блин, где танки? Не могу найти. Спасибо. Там что, 200 науки уже? 252. У тебя что, 200 науки? 252. А вы что, не встретили? Вы совсем откормили? У меня 8 городов. Вот на этом, на мае. Нормально. Что, у меня 9 городов и 90 науки. Ну ты ж не май. Да, ну ты ж не май. Как бы... Слушайте, я сижу, вот у меня 13 городов, у меня, блин, нет, вообще не 200. Сколько? Ну, сейчас найду я тебе. А ты ученых читал? Библиотеки универа забирал? Я просто готов посмотреть, нет. Что кот там... Нет. Универы кто? Илюха забрал? Илюха забрал универы. А кого ты забрал? Библиотеки Конга забрал. Кстати говоря, я думал, ты на мае это быстро построишь эти и читанешь хотя бы. Ну или просто заберешь. Не-не-не, я решил не строить их в первом веке. А смысл? Они, ну, я бы слишком если много... Если плантации нет, то так можно науку установить. Ну, у меня первый нормальный кампус в 4-м городе. Ну, теократия. Что я буду ради кампуса... Потом торговая республика. У меня, знаешь, какой первый район столицы был? Американец с Вьетнамом. КПшка, развлекаловка, ЦК. Акведук. Развлекаловка. Ну, первый район. Я не построил в столице до Колизея ни одного района. Понятно. Голландия, а ты будешь ниже Утрехта селить? Или Инк? Мы как бы договорились, что это, по идее, Лешины места, но я вообще хотел туда город. У меня там просто очень очень большой минус по лояльности, поэтому, наверное, нет. Ну, я просто могу поставить один город и оставить место, и могу поставить один город и все заблочить. Кто-то хочет ставить? Я хочу туда поставить, если Леша не будет ставить. Окей, не буду. Я тогда поставлю клетку. Мне кажется, у тебя там... Ну, если вы... У меня там минус 4 лояльности, нормально, встань туда город. Все. Канди, кстати, ничего, вот в Канди не можно... На этот кусочек. Вот в Канди можно поотправлять. Давай без спойлеров, алло. Ой, ты прям уголь видишь. О, ара. Так, амбар давайте. Гавань, маяк. Так, я помню, здесь хотел кампус, да? А, вот тут плюс 4. Один ход пропустим. Да, и, кстати, ни одного редкого ресурса тоже в третьем радиусе у меня нет. Стольни. Ну, это вообще никто не гарантирует, что они будут. Не, ну обычно хоть один-то что-нибудь там есть, какой-нибудь захудалое. Ну, то есть, ладно, я согласен, как бы лошади не завезли, можно хотя бы один редкий ресурс в стольню было завести. Ну, кстати, а тут так два, будет польдер не забыть бахнуть, так вот сюда поехали польдер делать. Ну, самый смак, это, конечно, с горами. Один горный хребет и фактически... Инг, так ты так и не сказал, где ты будешь священку ставить, куда мне миссионера вести? Я же сказал, что не слышно было? Я сказал, в стольне. Я, кстати, тоже не слышу. Антавайлию я уже обратил. Да, я заметил. Так, давайте-ка... Клетки, конечно, упойма намывают, что жалко дамбу ставить. А тут я откладываю ход. Ой, блин, а в инсхенде что я отложил-то? Красиво у тебя карата идет, прям красиво.
Ну, тут гавань надо, но только не здесь. О, на плюс 4, зашибись. Ты же там еще не... А, ты только еще в первое улучшение, там же еще 2, да, будет? Ну, тем не менее, он так нормально от Вьетнама отстает по науке. Ну, Вьетнам съел другого человека, как бы ничего удивительного. И там, да, горе, там три города без районов. Вот вообще ничего. Я как бы знал, что там к 70-му ходу у кота будет 200 науки, 100%. Ну, привет. Если там стопать не будет. Да. А судя по тому, как они там миленько это дёсны целуются, никто его там стопать не собирался. Я тебе по-другому скажу, не собирается, не может. Ну вот как бы. Я просто как бы играл рядом с дедом, когда он играет на мане. Если его не стопаешь, то как бы 70-й ход, 200 науки. Ой, блин, наверное, минус рыцарь. Я зря. Привет, Индус. Привет, привет. Я тут твою одну клеточку заметил и сразу тебя обнаружил. Это мне нравится. А, блин, сейчас город пойдет. Слонов привести, как говорить. Так, улучшение... Так, подождите. Да пока не надо, попытаюсь карточками как-то okay. поставить. Криму продлеваем? А, ну в рыцаря, и тогда поменяю. Ты лодок настроил. Так, а Ватикан чем мне забирать, по-твоему? На ноге? Я говорю, я лодок настроил. А. В страхе. Посмотри, поленки просто, город-лодка. Так у меня так же. Наверное, вассалы возьму пока. Но на ноги это интересный вариант, я тебе скажу. Да пиздец, очень интересно. Угу, тут не проплыть. Голландия, сделка. Не успел. Так, а с тобой мы где встретились? Без понятия. А, это ты сверху над Канди, да? Я Канди засоюзил, ага, понял. Ага, ты, конечно, растешь. О, значит... Ты смотри, ты вот кто мой третий родился, а я даже это не заметил. Ну ты говоришь, городов, потому что мало. Ну это понятно. Да, минус рыцарь. Ну, это я зря, конечно. Там точно можно и было не терять рыцаря. Так, а что он мне тут предложил? Черепахи на жемчуг. В принципе, норм. Так, в итоге, где у нас промышленная зона? На плюс 2 тут и тут. Значит, тут можно акведук строить, правильно? Тут вырубаем. А у меня почему-то иконки пропали у редких и бонусных ресурсов. Как их вернуть можно? Там какая-то фотка есть. Настройки карты вторая. И показать значки дохода. Снизу, слева, где линза. Ага, но у меня что-то выключилось. Понял, спасибо.
В инженерах тебя перечитали? Так, слушайте, давайте что-то с правительственной площадью решать, наконец. Тебя перечитали? Ну да. Ну хотя, в принципе, мне это сойдет. Ногой выше клетки поджим. Наверное, вот сюда надо ставить. Так, давайте строителей. Начинается. Что тут на реках будут? Я тоже помню. Я все время так играю. Хотя можно и сюда еще, чтобы тут... Не знаю. Два плюс один. Тут слабенько, конечно. Ладно, давайте, наверное, еще строителя тут. И потом промышленную вот сюда поставлю. Еще, может, уже пингалу лям пересадить. Например, в Неймиген. О. Че, снизим за веру? Араб. Ну там Вьетнам, который с крестовыми, при этом в религии с тропиками. Интересное ваше решение. Не, ну я просто предложил, все молчат. Я как бы поднял бы за веру на 100. Ну вот. А то там кто-нибудь с часовни великого магистра сейчас начнет. Так Вьетнам. Да что я не знаю сразу? Оно величие тоже. Там уже себе все, что надо, наклепал. Проголосую. Я думаю, это может следующий имя. Ты уже любого тут выпилить. Своему усмотрению. Мне кажется, ему просто домики надо достроить. Самолетики выйти, и там уже всех. Так, так что, какие-то предложения есть по существу? Конечно, плюс 100 за веру. Где те-то нафига? Могу. Не, ну понятно, можешь ты можешь, просто нафига. Можешь не значит должен, как говорится. Да. Амер кого-то пошел убивать. Нет, он протолкнул закон там. Убивать ему пока не будет. Я, например, голосовал за культурных захват Амера. Я хороший союзник. Ну вот это, таких союзников поискать еще. А ты этого Инка не убиваешь случайно? Нет, конечно. Нет? А, блин, а я зачем я тогда отклонил? Мне? Инк, давай дружить. Два хода до союзов. Блин, ну когда это уже городом станет? Да-да-да, у меня все так печально, не переживай. Я тут как бы уже на победу, честно говоря, особо не претендую. Да, там Гал подгадил. Ачивка за участие. Не знаю, кстати, а я просто не вижу там территорию, а почему-то он решил именно на Инка напасть. Там на других фигово было? Ну там на американцы ему... Ну, американец далеко был, а у меня аж бонусы боевые. Ну прямо они в начале уже были боевые бонусы, да? Прямо они уже в начале были боевые бонусы. Да, да. То есть я ставлю юнит на клетку, на свою клетку, у меня плюс 5. На своей территории плюс 10. Ну, блин, ну священку же надо наводить. Ну да, поэтому там никто не идет на это самоубийство. Ну вот это вообще. Блин, тут я тупанул, нет. Конечно. Он думал, что он быстро захватит в Гаге, но, вообще тупанул. Потер был пьяный, фокус не удался. А, ну давайте сюда промышленную. Ну, типа, если бы он там сумел на лайке как-то влететь, еще может быть. Например, но, сюда дамбу, сюда тогда создал. Промышленную, да? И тут, ну, да, например, странно. Правительственную. В таком юните. Надо сначала храм. Ну, то есть, как бы на дубинчиках, это если ты там три штуки наклепал, и ты знаешь, где вражеская столица. То есть, слушайте, а я могу сажать лес на вулканическую почву? Нет, не можешь. Нет, понятно. И на пойму не можешь. Ну, на пойму-то понятно, это я знаю. Про почву я как-то никогда не интересовался. Ну, ладненько. А спроси, можешь сажать на гору? Спроси, можешь на гору сажать или нет? Так она ж непроходимая клетка, туда рабочий не зайдет. Зачем глупые вопросы спрашивать? Я и так знаю, что нет. А ты можешь инженером ускорить постройку Мачу-Пикчу? Китайским?
Нет, просто инженером. Нет, тоже нет. Инженеров тоже не существует. Тоже нет, потому что они непроходимые клетки. Блин. Мы как будто тут вечер глупых вопросов. Объявляется открытым. Блин, да сколько там надо? Корпуса красивые будут, Алексей, на плюс 4. Где, просто где? Потому что стоит. Ну, Лейден там будет на плюс 1. Тут на плюс 6. Голландия, как я первый открыл гранаду? Или это что? Это мы вместе, стала... да. Она стала этим. Точно. А я не знаю, кстати, почему ты первый, а не я. Прикол. У меня лодка там стояла, может, ближе было. Ну, я-то встретил этот лагерь раньше. Ну, а так ГГшка она стала только сейчас. Может, ну, мне кажется, такая логика. Ну, в смысле, лодка. Вот у меня стоит тут прям каравелла рядом с гранатой. Просто конкретно в соседней клетке. Прикол. Ну, не сильно полезный ГГшка. Ну, да, да. Так, да, кстати, ГГшка. Но все равно приятно один халявный посол. Ну, правда, в Вильгельмине-то вообще по барабану, у него же даже военной площади нет. О, точно, у меня же теперь во всех, у меня же везде построены эти домики. Так, лоб. Селитра. А, давайте, наверное, удобно. Переброшу сюда. Не. Че, американец, мы дружить не будем? Будем. Леш, мы дружить будем? Это моё, не надо. Да. А ты из Союза уже вышел? Ватикан. Да, один ход. Следующий. Нет, не Ватикан. Ну, извините. Зашел. Дима, а можешь туда третий заряд? Метку поставил. Ну, ГГ получается. Как выйти в век? Так, селитры у меня дофига. Убить соседа. Это не настолько просто. Столицу забрать, что там еще? Слишком радикальные вещи вы предлагаете, Илья. Ну, самое очевидное. Убить великого человека какого-нибудь. Тоже опция. Так, Рейна... О, кстати, может, Мокшу поступить? Лучше, пока в Утрехт посильнее распространялось. 19 очков великих людей. Может, как-то договоримся? На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Половина. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Карту посмотрим.